Всех приветствую в своем новом видеоролике. В этом видео будет очень сложная задача. В этом познавательном видеоролике обучающем мы будем рисовать дом. Все я вам поэтапно объясню, покажу, что и как делается. Давайте будем приступать. Так, что ж, возьмем, пожалуй, нарисуем окошки, маленькие детали сначала. Тут коричневым цветом надо. А далее вот тут. Тут. На самом деле это лучше вот так вот. Немного перекрасим, потому что он более темный. И он вписывается в картину. Тоже перекрасим. И тут тоже. Красим. Так, и тут делаем то же самое. Так, далее тут поправляем косячки и берем более светлый коричневый цвет. То есть вот этот. Пум-пум-пум. Начинаем. Тут рисовать вот тут вот, так, тут далее, тут. И тут, то есть много где тут надо рисовать. Карандаш быстро стирается, так сказать. Немножко поточим. Так, вот так нам хватит. И рисуем вот эту часть. Вот эту часть. Так вот это дело зарисовывается. Вот тут вот тоже. Вот так вот. Потому что это все-таки длинная деталь. Надо покрасить грамотно. Далее идет вот эта деталь. И вот тут вот. Вот тут вот красим. И далее покрасим вот эту часть. Перевернем рисунок. Собственно, смотрите, что у нас получается. У нас уже получается какой-то дом. Я вам все объяснил, показал. В общем, давайте будем приступать дальше к работе. Вот так установим камеру. И будем, собственно, дальше рисовать. Вот тут вот. И вот эту часть. Так вот зарисовываем. И вот эту часть тоже все зарисовываем. Собственно, вот так вот у нас получается пока что. Вот тут вот. Тут вот. Где еще коричневый цвет? Вот это вот.
место. Далее нам нужен синий цвет, который где-то тут. Наверное, вот этот. Или вот он. Это черный. Тогда берем желтый. И сейчас покажу, как сделать оранжевый цвет. Так, давайте для начала нарисуем вот эту часть. Вот так вот. Это дело рисуется. Аккуратненько. И вот эту вот часть. Далее вот эту часть. Также вот так рисуем. Вот эту часть. Вот эту часть. И нам нужен серый карандаш. Сейчас я его возьму. И вот тут вот так вот зарисуем. Собственно, вот такой вот дом у нас получился. Я вам все показал, объяснил, прояснил все, да как делается. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.